Здравствуйте, друзья! Вот впереди едет патрульный автомобиль ДПС. И посмотрите, какая пробка слева. И вот этот автомобиль находился вот там, где в том ряду, где сейчас автобусы. И вот мы так едем, вдруг я смотрю, он включает люстру, спецсигналы, СГУ и начинает разворачиваться. Ну, видимо, какая-то была служебная необходимость. И вот его люди, естественно, пропускают. Я, естественно, пропустил, потому что у него спецсигналы включены. Но он остановился, увидев меня, остановился. Но я ему показал, проезжайте, конечно же, спецсигналы, все дела. И вот он поехал, ну, знаете, как было приятно, когда он в конце, Танюш, покажи опять его, он аварийку включил, друзья, это было так мило, так приятно, вот аварийкой поблагодарил, вот, друзья, от души, вот передаю привет водителю этого автомобиля и благодарю, действительно, очень это было мило. Но я, кроме шуток, без сарказма считаю, что была какая-то служебная необходимость, он едет, мне кажется, сейчас на базу. Я там думаю... ДТП было какое-то, по-моему. Да, да, я не думаю, что он воспользовался... своим положением, я не к этому этот ролик записываю, нет-нет. То есть он аккуратно там включил, люди расступились, он развернулся, я уступил, все нормально. Я именно хочу рассказать о том, какой вот хороший человек за рулем, благодарил аварийщика.